застигай нас врасплох. Смерть, вот вам эти христиане. Режут у людей во сне. Дюстен. Нарзейм ван туркуты. Мстряур к вам. Thank you.
Ого! Что здесь произошло? А ты кто? Эйвор, из клана Ворона. Ты с отрядом не смог взять их городишко? Нет, нет, мы захватили его. Когда мы пришли, тут была кучка глинобитных лачуг. То ли дело при нас. В Грэнта-Бридже кипела жизнь и процветала торговля под рукой нашей ярлы Сконы Сомы. Но саксы отбили его у нас. Объявились в городе, будто выползли из теней и вышвырнули нас. Откуда они взялись в городе? Будто они вылезли из норы прямо в центре города, жгли все на своем пути и вопили всякий вздор о каком-то древнем воинском ордене. Когда я увидел огни, уже многих схватили или перебили. Наша ярл Скона Сома приказал отступать, и мы укрылись тут, в руинах. Но в суматохе мы разделились. Она увела дружину на северо-восток, в болото. Мы бы пошли за ней, если б могли. Она очень нам нужна. Я найду Сому, а вы будьте наготове. Она давно скрылась в тумане Фенских болот. Найди ее, Дракар, это надежней. Убитых данов. Они дрались, отступая. А?
скверная земля? Эти крысы. Я все перепробовал. Щелок лил, ловил саранчу, нанял детей убить крыс. Увы, меня спасет лишь чудо божье. Да, эти твари губят твои посевы. Но боги не спасают от крыс. Ха, ваши языческие боги. Я лишь хочу накормить свой шир и избавиться от крыс. Чтобы это сделать, нужны их природные враги. Мои посевы. За что мне столько вредителей? От моей твердыни, от моих деток, моих кошечек. Уходи, Дан, уходи. Я думаю, твое кошачье войско должно исполнить свою судьбу. Ты Фрея Болот. Что? Какая Фрея? Та сволочь, что пыталась съесть мою кошку-королеву? Нет, похожая на тебя богиня, у которой могучие кошки. Покажешь мне своих? Да, у меня могучие кошки, а я их богиня. Хочешь, возьми этот ключ и посмотри, мои деточки. Давайте. Бегите к посевам. Ну же! На битву! Похоже, я и вправду, как это Фрея. Кошки священны, они поддерживают равновесие. Благодари Фрею, а крысы уйдут. Не думал, что мяуканье может быть так приятно. Вот ключ, можешь взять что-нибудь из моего дома.
нападут, как только увидят. Из Грета ближе, как скот. Не перебил точно скот. Я бы вообще их живьем не брал. Они проживут ровно столько, чтоб послужить примером другим. Расправа Вигмунда быстра и жестока. Сома точно где-то рядом. Нужно осмотреться. Что происходит? Thank you.
быстро. Спасибо. Ваша Ярлскона здесь? Добрый человек. Не здесь. Сома увела саксов на восток от своего дракара, чтобы запутать в тумане. Еще в силах сражаться. Пройдитесь по лагерю и силы. Живо отнесите его в тепло. Заткни рану мхом и перевяжи. Эдди, смотри на меня. Помнишь, сколько веплей ты добыл в первый день в Англии? Держите его. 9 ширных, огромных. Хватило на неделю. Да, точно. Через месяц добудешь не меньше. Ты пришел из тумана, как валькирия. Но у нас нет мертвых. А ты, верно, Сома? Давай отойдем. Людям нужен отдых. Тяжелый удар. Многих вы потеряли? Спасибо, что спросил, но когда вода красна от крови, а воздух пахнет смертью, я хочу сперва узнать, кто ты. Эйвор из клана Ворона. Я искал тебя. Мне нужен друг и союзник. Ясно. Я Сома, леди Грента Бриджа. Хотя, говорят, некий орден безумцев жаждет лишить меня власти. Ты об ордене древних? Похоже на то. Один сакс, Вигмунд,
из их числа. Он отнял у меня мой город и оттеснил нас в эти болота. Я собрала часть людей, но трое моих помощников пропали. Они мне нужны, чтобы отбить Грантебридж. Расскажи мне о них. Это мои лучшие люди. Бирна, Галин, Лив. Они мне ближе, чем родичи. Если я отыщу их, и мы возьмем город, я смогу назвать тебя другом? Если ты сможешь все это, зови меня как хочешь. Кто такой Вигмунд? И чего он хочет? Он Элдермен, цепной пес старого короля. Он давно тянет когти Грантебриджу. Просто потому, что может. Вигмунд не раз пытался сместить меня. И теперь добился своего. Что случилось в Грантебридже? Элдермен Вигмунд отнял у нас город. Не знаю, как ему удалось, но это ненадолго. Я не сдамся. У него есть сторонники в окрестностях. Но напал он на нас в стенах города. В самом сердце Грантебриджа. Нужно найти твоих людей. Верно. Осмотрим реку, поищем там их дракары. Если поспешим, успеем найти их раньше, чем волки. Туман больше помеха, чем подмога. Нужно осветить путь назад. Жарко гори, яркий волк ветвей. Соми назад, верни клёны битвы скорей.
знаю, о чем ты думаешь. И о чем же? Глупо обшаривать болото ради нескольких человек. Ты сказал, это лучшие твои люди. И они нужны, чтобы взять город. Ты думаешь, это глупо? Я-то нет. Так почему должен я? По-моему, ты из тех, кто ценит одиночество. Ты сам по себе странник. Может быть, воины для тебя просто средство. Но эти люди не просто воины. Они моя семья. Ближе родичи. Я уже потеряла свой город. Не могу потерять и их. На дереве посреди гор. Вперед! Мы победим! Следы вокруг тела оставили волки, без сомнений. Ты настоящий друг. Освободите спасибо. Меня. От Дракара на мели мало проку. У меня был нелегкий день, так что позволь... Смотри сквозь туман, Лив. Видишь свет вдали?
Это наш лагерь. Мы вернемся, когда найдем остальных. Мы пойдем прямо в лагерь. Когда вы вернетесь, будем готовы поднять парус. Лив человек сухой и строгий, верно? Он блюдет воинскую честь больше, чем другие. И строит лучшие на свете дракары. Без них мы бы не ушли из Грэнта Бриджа живыми. Он не слишком силен, но мудр и хитер. Его трудно подловить. Он как лосось, ускользает из сети. Окружили кого-то. Нужно быть осторожнее. Волки смеются в оковах. Пожиратели падали. Это не моя судьба. Убирайтесь! Прочь! Чувствую прилив сил.
Понятно. Галин, у тебя ужасный вид. Что с тобой случилось? Саксы загнали меня в туман. Прямо в логово разбойников. Но слава Фрейру, я увидел их прежде, чем они меня. И ты один остался в живых из всей дружины? Да. Я и сам-то едва жив. Но милостью Одина и Фрей, мои воины будут пировать нынче у богов. Мы разбили лагерь поблизости, там горит огонь. Иди туда, Галин, и отдохни. Я и Эйвор найдем остальных. Я пойду в лагерь, встану на ноги сам и позабочусь об остальных не хуже самой Фрейи. Лиф и Галин не ладили, но с тех пор, как мы взяли Грэнта Бридж, стали друзьями. Что у них, старые счеты? Вроде бы. Каждый считал себя моим главным помощником и ненавидел другого. Но семья не конюшня, чтобы вечно состязаться. Соперничество может рассорить родных навеки. Но может и заставить бежать. Это Дракар Галин. Это Дракар Галин. Это Дракар Галина. Он верно голову потерял, раз забрался сюда. Get
Дракар наспех облили желтой краской. Странно. Зачем нужно было делать его не таким, как другие? В стихах упоминается Гален. Thank you.
паршиво. Саксы окружили эту хижину. Возможно, там внутри Даны. Это же стихия Бирни.